это реально яйца. Кто это? Всем привет! Сегодня мы на своей приоре поедем в особняк. Моего дедушки. Садимся в машину и поехали. Едем. Вот эта дискотека сейчас будет. Телефон звонит. Я тоже. Hello, kid. Здрасте. Кто-то в 3 часа ночи нам позвонил и хочет, чтобы мы пошли в подвал. Ну ладно. Это не я, оно само разбилось, это не я. Деньги, деньги. Твоего дедушки много денег было? Да, у меня нет. На, видно, у него тут особняк. Какой большой особняк. Я нашел фонарик и шоколадку. Даже две шоколадки. Хорошо здесь. У меня две шоколадки есть. И фонарик, и аптечка. Что еще надо? А вот подвал, он закрыт. Нам нужен молоток, чтобы его открыть. Свет отключили. Огромный особняк. И света нету. Вам не надо идти сюда. Как это мне дверь говорит? Мне не надо идти туда. Кто-нибудь нашел молоток? Нам надо разбить эти стены. Все, я головой сломал. Заходим в подвал. Ладно, я пошел вперед. Ты сдохнешь, тут возрождаться нельзя. Да? Я иду за тобой, Кёрос. А что это здесь за звездочка? И свечка? Обряд. Ну ладно. Кто это? Он съел Кёроса! Кто это был? Я бегу, не знаю. У меня фонарик закончился. Он съел Кибермаксимку. Это Мурзик, вы что? Тут чипсы ест. Это сухарики, неправда. Вот. Так, все, я взял. Все, теперь мы крутые, пацаны. Я в тупике, этот монстр, что делать? Я иду тебя искать, Кёрос, жди меня. Кости нигде. Я иду. Мой бой. Ой, фонарик. Тут везде кости валяются, это я. О, ты бензин нашел, идем за мной, идем за мной. Давай, посвети ему, что он бензин налил правильно. О, все, да? О, свет дали, теперь светло, ура. Что это? Это подвал в подвале? Вообще, я ничего не сбил, чтобы дверь просто вылетела с петель. Да ты ее сбил, что ли? О, что это? Опять кто-то звонит. Тут стекло разбил. Тут столько комнат. Это реально яйца. Мы крутые, мы крутые, мы крутые. Тут яйца, надо от них подальше улететь, а то еще их мама придет. Ой, я нашел амулет. Ух, я уверен, что фигура с нами придет здесь. Я тоже. Понимаешь, я разумнее тебя, я беру деньги. А, тут деньги есть, что ли? Так, ладно, давайте-ка я посмотрю, что есть у нас в полках. А, тут есть деньги, много денег. А, что? Тут целая кладовая. Тебе телефон звонит. Такой большой дом. Вот тут батарейка на полу валяется. Ну, я ее забрал. У меня фонарик на полу. Что это было? Меня таракан съел. Батарейка на полу — это приманка для ухов, оказывается. Ой, я вернулся на базу, где телефон звонит. Где этот телефон звонит? А мы не знаем, он тут в пустоте звенит. Я уже из подвала вышел, тут тоже ничего нет. Дождь закончился, я найду этот телефон. Кёрос, а где этот телефон лежит? Ты ж проходил. В самом конце карты. В самом конце карты? А тогда, ух, мы тебя разыскиваем. Я в начале, но тут огромный муравей, я боюсь. А, муравей, так иди, там где дверь с перьями. Так я его не вижу, я просто у входа, где его яйца. Везде яйца. Великий муравей. Это великий муравей. Да, реально. Я нашел кого-то живого. Круто. О, вы все здесь, давайте. Когда я проходил в лабиринт, я этого таракана не находил. Так это же муравей. Ладно, давай, Кёрос, я иду за тобой. Великий муравей. Иди прямо. Великий муравей. Он бесит уже тут. Мух бесит. Где этот телефон? Я побежал в тупик. Там много тупиков. Там в конце тупика шкафчик стоит. Тупик, что ли? Круто. Ну, Кёрос, опять мы в тупик зашли, серьезно. Ё, вот, библиотека. Выход! Походу тут два выхода. А, мы в начало пришли. Серьезно? Дим, вы прямо за стенкой от нас, я вас слышу, я бегу к вам, ждите на месте. Я вас слышу, вы за одной стенкой, мне надо столько, я уже столько кругом бегу. А может это таракан там стоит, а? Нет, я слышу отчетливо вас именно. Нет, это не мы. Это таракан, скорее всего. Сейчас придешь, там такой таракан. Привет, идем на ужин со мной.
А как эта полка из полки вышла, я не понял, ну ладно. Ух, можно цыганскими фокусами воспользоваться? Какими? Такими, то, что я моментально подойду к тебе, то есть за секунду. QRS, QRS. Я помню путь к выходу. Да, но ты не помнишь путь к выходу. Но я вместо выхода прямо сначала. Папа, о, привет, я к вам вернулся, бегите за мной. Ладно, я иду за тобой. Кибер Максимка. У меня-то шоколада нет, чтобы бегать. Давай, я буду ждать. Давай. Подожди меня, Кибер Максим. А где этот тарак? Где вот, я здесь был. Я здесь только что был у вас. А вот и фау-портал здесь. Где он? А он сейчас за стенкой здесь слева. Вы все за стенкой где-то слева. Мы на это вообще не обращаем внимания, это начало. Стоп, ты нас начало привел, серьезно? Нет, я знаю, куда идти. Тут нужно сначала направо, потом вроде бы право, потом прямо. Направо, прямо. Ура, мы смогли наконец-то. После того, как два суперпрофессионала меня куча раз в тупик завели. А мы сзади, монстр сзади. Где сзади монстр? Где монстр? Где монстр? Он сзади! Давайте на монстра посмотрим. Нет, нет, нет. Я не хочу взяла. Ладно, тогда не будем на него смотреть. Он идет! Он там! Да там, я здесь был, там это шум я был. Здесь был, потому что я здесь был. Страшно. Подождите меня, пожалуйста. Почему я с тобой последний? Лобик нас в тупик привел. Серьезно? Да, я здесь. Шоколадка! Наконец-то я могу поесть. Вот, теперь правильно. Это все я веду. Тупик, где нас Лобик привел в тупик, наверное, а я иду. А он такой не знал, что я ему сказал, где все. Он идет. Пошли уже, блин. Шоколадка, ура, давай шоколадку мне. Иди за мной, ты шоколадку. Вот он. Шоколадка, отлично. Вот, и полки не обутаны. Давайте лутать эти. Можно я заберу себе шоколадку одну? Все за мной, все за мной. Подержи амулетку. А как его держать? А все мои вещи упали тогда. Ура! А зачем амулет нужен? Кёрис говорит, так. Мы пройдем эту игру за 15 минут, так же мы тут сидим уже полчаса. Я за 15 минут прошел. Ага, видно, как ты лабиринт проходишь. Побежали, ух, быстрее, мы сейчас пройдем игру. Здесь тоже шоколадки есть, я видел только что. Где? А, бегу за вами. Здесь выход, по порталу правильно ведет. Ура, выход, наконец-то, полчаса прошло, и мы нашли выход. Я первый всех нашел, ха. Наконец-то мы нашли выход. А почему полпортал не мог трубку поднять? Не знаю. Кстати, да, давайте уже выключим этот ужасный телефон. А, фигура! Где? Фигура! Где? Что происходит? Что происходит? Что это за штука? Он пришел сюда. Прячьтесь. Ой. Алло. Знаете, это очень странная игра. Да, очень странная. Ух, поздравляю, ждем вторую часть. Давайте ставьте лайк этой игре, всем спасибо за просмотр, всем пока, лук самый лучший. Великий муравей.